огнем любви. Вы просто невероятно поете. Алкогольных напитков не присутствует. На баси поднимай руки Пепси. Анатолий Локоть, мы запомнили тебя. Чувствуете любовь, да, какая сегодня прям вокруг витает? На интервью с красавцами Лав-Радио я не мог прийти некрасивым. Поэтому убил все утро для того, чтобы подобрать костюм. И вы увидите это первыми, как и Big Love Show. За аплодисменты, поехали! Как у вас впечатление вообще от Новосибирска, после того, как вы вчера приземлились на нашу сибирскую землю? Во-первых, я все время представлял, что Новосибирск – это вот то, что говорят о России за рубежом. Это медведи. Я сибиряк, эй, я сибиряк, я сибиряк, эй. Это прекрасная погода, именно находясь здесь, потому что в Москве минус 20, можно не выходить из дома. Здесь минус 20 – прекрасная, прям зимняя, хорошая погода. Кто ваш любимый артист из сегодня из представленных? Билан. Как она выражается, любовь к Полине Гагариной? Что вам пришлось сделать для того, чтобы занять места здесь у ограждения? Мы пришли к вам третьего. Что, прям долетели? Прекрасно работает. Как зовут его? Анатолий Евгеньевич Локоть. Анатолий Евгеньевич Локоть. Прекрасный Анатолий. Ты от грусти, от боли. Ты прекрасный родоначальник. И я стал ценить Новосибирск. Я же лично ожидал каких-то пробок, таких как в Москве и в Питере. Да нет, у вас нормальненько, так приличненько, хорошо. Город развивается очень, очень динамично, несмотря там на все явления, которые отрицательные присущи. Вы вчера успели, что называется, как бы быть ближе к народу, да? Так ты чувствуешь действительно настроение людей. Я надеюсь, что та пара состоится. Да. Да? Скажет друг другу, давай поженимся. Кого ты хочешь найти, скажем, мужчину? Или так, свиданку на вечер? Сколько ему должно быть? 18 лет, так еще прыщики еще на лице. Вас решили заморозить в ЛДС, что называется, прям сразу на лед бросить. Ну, мы так обычно всех звезд встречаем. Мы проверяем. Мы так и поняли. Да. Как вы это выдержали, вчерашний концерт? Как Форт Бояр. Через 15 минут нам уже показывали, сколько ключей и все прочее. Нет, на самом деле было холодно, это реально было холодно. Мы реально за кулисами стояли, думали. И буквально, наверное, после выступления первых артистов уже стало жарко. Отличное шоу. Они классно, что первый раз. Хорошо, друзья, устроили. Давайте продолжать. Хотели бы, чтобы эта традиция все продолжалась. А почему ты стоишь одна? Я танцую иногда. Воспитую любовь, не склеить никогда. Беги как можно дальше от меня. Как вы друг друга развлекаете, я не знаю, согреваетесь ли чем-то за кулисами? Вот, например, Мот, который сегодня был в эфире и который вчера тоже находился, он спокойно, тихо сидит в своей гримерке. Единственное, что я могу сказать, у него есть детское питание. Потому что он отец, это да, все. И потому что ему очень сильно нравится. Он говорит, что я не пью газировки и так далее, у него должна быть вода и вот детское питание. Океанами стали, океанами стали. Они думали, мы упадем. Океанами стали, мне это нравится, нравится. Друг для друга с ума. Кто бы мог подумать, что в один день в Новосибирске соберется такое большое, огромное количество топовых артистов нашей страны. Для них подобные лайнапы – это повод для того, чтобы пообщаться и увидеться. В конце концов, просто сделать совместные какие-то фотографии, потому что они вечно в разъездах. Мод, который выступал после Полины Гагариной, знал наизусть все ее треки. А Полина Гагарина знает все песни Лены Темниковой. А Лена Темникова жгла под Мальбек и Сюзанну. Давно потускневший город, подрев ледяных моторов, пытается выжить в соке, но плесень там не Рокфоров. От удушья круги под глазами наружу. Проведи меня до дома, мы знакомы, дай из дома, комом в город.
впервые у вас практики или не впервые, выходить не рано утром в утренний эфир, а все-таки в обед, позволив себе, наверное, выспаться. Понравилось. Вы не представляете, понравилось, потому что на протяжении 5 лет я просыпаюсь в 5, Сашка в 4.30, по-моему, да? 4.20. Время, когда сбилось, уже плюс 4 разница с Москвой. Я радовался до безумия. Я проснулся в 8 утра впервые в понедельник. Я не чувствую вдох. День Святого Валентина может быть разным. Не празднуйте в одиночку, празднуйте в компании звезд. И оставайтесь с нами. Не слушайте свое сердце, не слушайте то, что говорят подружки, потому что они классные, но не всегда говорят правду. Любви вам, ребят. Улыбок, чтобы вы никогда не мерзли, любовь согревалась. Продолжайте устанавливать рекорды, делайте все для того, чтобы ваш город был на передовицах. Красавцы Лав Радио. Специально для What Новосибирск.